Thank you.
my chest, my breath right quick. He ain't never seen it in a dress like this. He ain't never even been impressed like this. Probably why I got him quiet on the set like zip. Like it, love it, need it, bad. Take it, own it, steal it, fast. The boy stop playing, grab my ass. Why you acting like you shy? Shut it, save it, keep it, push it. Why you beating round the bush and knowing you want all this woman? With me, all of my saying you mad committed, really to anybody you had them pretty, all of the body I need out. Сергея и Тоня, которые часто словно специально оказывались рядом. Но, переходя от одного дома к другому, молодежь так бурно веселилась, бросаясь снегом, что казалось невозможно грустить. С утра выпало много пушистого снега, и не поиграть в нем для молодежи казалось совершенно невозможным. К ночи тучи рассеялись, позволив полной луне осветить города и села, и весь пейзаж оказался срисованным с прекрасной сказки. Молодые люди веселым смехом и играми оживляли тихие заснеженные улицы. Рита хотела бы остаться в стороне от общего веселья, но ей не давали, и девушка на время забыла грусть. В машине молодежь сначала оттаивала, смеясь и бурно обсуждая последние события. Но спустя 15 минут, когда машины выехали за город, почти все уснули. Усталость брала свое, и лишь водитель напряженно вглядывался в дорогу. Луна освещала окрестности, но ее света было недостаточно, чтобы в пушке. Неровности. Чтобы не ударить машину, водителю пришлось быть предельно внимательным. Чем выше поднималась перед собою горку снега, колеса пробуксовывали, выгребая пушистый снег. Через 10 минут слабых
tonight's show. Но я никогда не ухаживала за кроликами, а нутрии вообще боюсь, улыбнулась Рита. А я ухаживал за нутриями у Коли вместе с пацанами. Они шапки из их шкурок шили, а еще из песцов, пока тех не запретили держать. И неплохо на этом зарабатывали. Их мама дома всегда с детьми сидела. С большой семьей не поработаешь на производстве. Но она зарабатывала иногда больше, чем отец. Только эта работа сезонная, поэтому дядя Виля работал на производстве, а она с детьми дома. Они даже дом смогли сами построить на эти деньги. Разговор молодых людей был далек от романтики, но их души ощутили родство. Каждый из них знал цену трудам и трудностям и умел поддержать тех, кто рядом. Красота окружающих гор смягчала усталые сердца, подарив радость надеждой, и они открылись навстречу добрым ожиданиям. И этот вечер остался в памяти обоих, как светлый лучик. Тем временем остальная молодежь шагала в гору по глубокому снегу. Теперь мороз не казался всем таким сильным, как в тот момент, когда пассажиры вышли из теплой машины. Шубы расстегнулись, некоторые даже поснимали шапки. Легкий, почти незаметный пар поднимался в небо от группки людей. Разговаривать никому не хотелось, каждый экономил силы и дыхание. Даже красота... людям открылась широкая поляна с домиком посредине, все невольно остановились. «Глянь, как красиво!» — невольно прошептала Тоня, обращаясь к тому, кто оказался рядом на тот момент. «Но как ей не страшно жить здесь одной?» «Не знаю». Роман, оказавшись рядом с Тоней, тоже невольно покачал головой. «Хоть я и мужчина, но мне было бы жутковато жить здесь одному». «Вот если бы с моей Надкой...» Он нашел руку молодой жены, подошедшей сзади, и сжал ее теплыми перчатками. «Тогда бы согласился». Первые стояли, поджидая тех, кто отстал, и тихо беседовали. «Ну, я не знаю», — усмехнулась невольно Наташа. «Мне нужны родные ближе, чем за 20 километров». «Я теперь понял», — улыбнулся в ответ Роман. «В Библии написано, потому оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей, и будут одна плоть. Наверное, это сказано только к мужчине. Мне теперь никого не нужно, хватает одной жены». А вот про то, что женщина прилепится к мужу и оставит всех, не написано. Вот она и скучает по папе и маме. Все не...
for real. Heard a lot about you, but we don't know for real. Next time, guarantee the truth will get revealed. Black leather glove, no sequins. Yeah, buckles on the jacket, it's elite shit. Nike crossbody, got a piece in. Got a dance, but it's really on some street shit. I'ma show you how. It go right foot up, left foot slide. Left foot up, right foot slide. Basically, I'm saying either way, we bout to slide. Ay, can't let this one slide. Ay. Don't you wanna dance with me? No, I could dance like Michael Jackson. I could give you the passion. It's a thriller in a trap. Where we from? Baby, don't you wanna dance with me? No, I could dance like Michael Jackson. I could get you satisfied.
Ugh!